15 февраля 1989 в боевых действиях участвовало 620 тысяч советских солдат и офицеров. 72 человека из них получили звание Герой Советского Союза. Эта война забрала жизни 14,5 тысячи человек. Пропали без вести и попали в плен 417 человек. Освобождено 119. Санитарные потери составили 469 тысяч 685 человек. Заболело 415 тысяч 932. В том числе ранено, контужено, травмировано 53 753 человека. Стали инвалидами 10 751 человек. В боевых действиях в Афганистане принимали участие 4000 туликов. 82 из них погибли. В тысячный раз мы будем произносить имена героев нашего Киреевского района. Прапорщик Евгений Зубцов, уроженец города Киреевска. Гвардии рядовой Андрей Левашов, уроженец поселка Приупский. Ефрейтор Юрий Суворов, уроженец поселка Бородинский. Младший сержант Евгений Воробьев, уроженец поселка Шварцевский. За верность долгу, за любовь к нашей родине все эти мужественные парни были награждены орденом Красной Звезды посмертно. Военный комиссар военного комиссариата Киреевского района Тульской области Анатолий Иванович Хохлов. Воины-афганцы, воины-чеченцы, воины локальных войн. От имени офицеров военного комиссариата Тульской области я сердечно поздравляю с этим вашим праздником. Здесь всем желаю здоровья, благополучия. Правительство вас помнит. Особенно мы в этом году занимались, в прошедшем году занимались вопросами увековечения памяти погибших. Тех ребят, которые набиты на этой стеле. Значит, на каждое захоронение, согласие родственников, мы создали паспортизацию воинских захоронений, которая ушла в Москву, будет передана в администрацию муниципального образования Киреевский район. Эти ребята, погибшие, их захоронение будет придано закону о увековечении памяти погибших и будет приобретет статус государственного. Ну, вам, ныне живущим, здоровья, благополучия. Вы в свое время и в настоящее время проводите работу по военно-патриотическому воспитанию. Ребята с вас берут пример. В ваши ряды со временем по чуть-чуть вливаются молодые ребята, которые проходят в настоящее время тоже участвуют в боевых действиях далекой Сирии. Всем желаю благополучия, с праздником вас! Я зажгу свечу, вспомню дни былых времен, как воевали мы, как погибал наш батальон, как на руках моих мой друг безжизненно лежал, и окровавленный билет его в своей ладони я держал, как на руках моих мой друг безжизненно лежал, и окровавленный билет его в своей ладони я держал. Вечная память, вечная память вам, друзья, вы уж простите, что среди вас тогда погиб не я. Вечную память о вас пою. Так уж случилось, сам Бог решил, кто на земле, а кто в раю. Вы не горюйте, жены, за мужей и детей своих, хотя у меня десантника сдержать слез сил нет никаких. Но вы мужай тяжелы, порой вы сильнее нас, а в том бою мужчины пали, без страха защищая вас. Но вы мужай тяжелы, порой вы сильнее нас, а в том бою мужчины пали, без страха защищая вас.
Вечная память, вечная память вам, друзья. Вы уж простите, что среди вас тогда погиб не я. Вечную память, вечную память о вас пою. Так уж случилось, сам Бог решил, кто на земле, а кто в раю. Сегодня в этот вечер мы вспоминаем вас. Зал зажигает свечи и молится за всех, за нас. Здесь матери и жены с детьми о вас поют. Мы с вами вечно будем на земле и там в раю. Здесь матери и жены с детьми о вас поют. Мы с вами вечно будем на земле и там в раю. Вечная память, вечная память вам, друзья. Вы уж простите, что среди вас тогда погиб не я. Вечную память, вечную память о вас пою. Так уж случилось, сам Бог решил, кто на земле, а кто в раю. Вечная память, вечная память вам, друзья. Вы уж простите, что среди вас тогда погиб я. Вечную память, вечную память о вас пою. Так уж случилось, сам Бог решил, кто на земле, а кто в раю.